один раз полезла за петухом. Ну, там был такой столб, и нужно было туда забраться, чтобы его взять. Но я до половины долезла, и все. И такая, нет, я туда не пойду. Но это был самый запоминающийся момент. А так обычно, наверное, угощение, но все как обычно, да? Ну, пирожки мне нельзя сейчас, но тогда я ела. И промоща, и вот эти и чпычмаки, такие прям сейчас уже. Вообще я на Сабантуе только второй раз в своей жизни, но и сейчас он такой большой, я даже не могу найти, где тут конец, если честно. И тут мне очень нравится, и я хочу, наверное, что-нибудь выиграть тут, ну, попытаться. Что больше тебе понравилось? Я еще не успела посмотреть его полностью. Думаю, что сейчас пойду с мамой погуляю. Здесь происходит национальный праздник Сабантуй. Организатором праздника является Республика Татарстан и Республика Башкортостан при поддержке правительства Москвы. Он уже проходит не первый год в Коломенском. Из года в год мы видим, что этот праздник становится все более интересным, все большее количество участников. В этом году приняли участие, в этом году этот праздник еще и международный. Здесь приняли участие делегации разных стран. Сегодня праздник Сабантуй. Да, это очень важный праздник, который внесено в ЮНЕСКО. А вот как первый год нам предлагали, что надо участвовать в Сабантуе, я, конечно, сразу дал согласие. И вот и мы сегодня участвуем. Я думаю, что через год, это у нас первый год, тут все по-другому будет, еще лучше будет, конечно. Я был недавно в фонде Гидара Алиева, забрал все эти книги, которые посвящены там все наши. Вот, да, великие вот, люди. Великий, да, у нас политик Гидара Алиева там, потом Фарман Салманова. Потом я был в посольстве, там взял наши журналы «Баку», «Ирс». Бакинство, да. Вот эти я вот в течение этих дней собрал, Оксана, чтобы Баланова предоставить, она да. Молодец, умница. Да. В Баку живет. Да, из что... Москвы переехала в Баку. А это наша девчья башня. Да, вам знакомы, да? Конечно. Вот. Это чай, да. Вот тут чай, азер-чай. Да. А тут, смотрите, это диск «Мой Азербайджан». Тут Шуша. Наш неотъемлемый сейчас Карабах. Вот. Это который колыбел музыки. Народная музыка, да? Конечно, да, Шуша. Тут вот диски там. Потом. Ну, также тут азербайджанские музыкальные инструменты. Чаманша, тар, гавал, зурна, балабан. Вот это тар. Вот на живую можем показать. А это саз. Да. А мугам где у вас? Есть музыка мугам? Мугам, конечно, конечно. И как раз... Вот с этими инструментами они, да, вот играют мугам, да, который единственный у нас в Азербайджане.